До нашої студії вже долучилася нумеролог та майстер усвідомленого розвитку Нона Мусалян. Доброго раночка. Доброго утра. Доброго ранку. Доброго утра. Слухай, нумеролог ми знаємо, а от майстер усвідомленого розвитку, це можеш розказати про це? Так, да, звісно. Нумерологія – це як один із інструментів для самопознання, для розвитку чоловіка, щоб краще узнати себе, свій потенціал. В принципе, я изучаю разные направления. Это все связано с душой человека, с предназначением, так. Личностью также. То есть по второму образованию своему я психолог. Поэтому это все очень взаимосвязано. И у нас есть в каждом человеке есть душа, есть личность. И когда это все сводится воедино, вот тогда человек находится в балансе, в гармонии и может свою самость осознать. Прийти і зрозуміти, для чого він тут, і как бы розширити своє сознання, можна так сказати, горизонти, увидеть масштабнее эту жизнь, не просто как тело, и просто как там, допустим, да, человек, который ест, пьет и живет инстинктами, а вот это что-то большее, как бы осознать свою природу. Саме давайте ближче до нумерології. Да, конечно. Цифри, яке мають значення у нашому житті? Числа – это... Можно так сказать, на языке более таком духовном, божественная форма проявления мироздания. То есть да. Вот что вверху, то и внизу. Это информация, которая закодирована в числах. И вот астрологи, например, могут с помощью планет понять некоторые моменты. А нумеролог – это человек, который расшифровывает информацию через числа, вот эти коды. У каждого человека есть свой код жизненного предназначения. Вот, допустим, вот ваша дата рождения, Максим, какая? 28.03.1993. Вот это в этой дате рождения, в твоей, можно на «ты», да, мы можем говорить на «ты». Ну, звісно. Это твой космический паспорт. Да. Есть то, что тебе дается от момента рождения, и это закодировано в твоей дате. Твои таланты, твой, в принципе, жизненный сценарий, который как бы есть, и опираясь на расшифровку даты рождения, можно понять, когда, в каком направлении лучше двигаться. Вот, например, этот период подходящий там, для там, новых каких-то начинаний. Так. Или для каких-то образовательных моментов. Здесь ты можешь, например, выбирать время, когда ты создаешь семью. Там, ну, то есть, как бы, когда мы знаем расшифровку, проще двигаться своим путем. На человека влияют звезды, светила и числа. Это такие вот моменты, но мы же должны это в земной жизни, в физическом мире, оно же должно быть как-то проявлено. Тот же, например, бинарный код, которым прописано все, это что же оно состоит все из единицы и ноля. Пифагор и его ученики говорили, что математика – это язык Бога. Вау. И в принципе, нумеролог – такой вот, который более усведомленный, украинскую мову можем так сказать, это человек, который чувствует, это как метафизика чисел. То есть это не просто сухая математика и алгоритмы. Здесь надо еще понимать, потому что числа имеют определенную вибрацию, и они, ну, можно так сказать, метафорично говорят с нами. Класс. Чи вот. Правда, что действительно каждая успешная людина керуется подсказками чисел и, власне, нумерологии? Да, конечно. Ко мне, я практикующий нумеролог уже около 4 лет, где-то так я в практике. Конечно же, люди обращаются, владельцы бизнеса обращаются, даже не буду там озвучивать фамилии, я с некоторыми... Ну, да, с селебрити некоторыми я работала. С нашими публичными, да, людьми. Есть люди даже, которые из сферы политики, они тоже не брезгуют этим. Они, например, там регистрация партии, человек обращается, Нона, в какой мне день зарегистрировать, потому что от этого зависит процесс дальнейший. Потому что были такие случаи в практике, когда, например, там несколько владельцев хотят сооснователей зарегистрировать компанию, у одного подходящие, год, число персонального года есть такое понятие. И вот у него год подходящий для инвестирования, для новых начинаний, а у второго нет. У него вообще как бы не финансовый год и не год для развития. И предприятие существует, второй владелец процветает, а у того долги, и как бы застопорилось все. Даже такое было. Так. То есть я на реальных примерах историй своих клиентов могу расшифровать очень большое поле деятельности в нумерологии. Даже
там, вплоть до просчета плановой даты кесарево сечения. Даже такое было. Ого. Ничего, да. И выбор имени. Есть нумерология имени, нумерология фамилии. То есть это тоже зависит от того, как человека назвали. Какая, ну, какое число, вибрация имени, какие частоты человек излучает. Потому что бывает, человека назвали по паспорту, а там, например, Александр, а называют всю жизнь Шуриком. И тут уже совсем другая... Александр — это, ну, очень масштабное имя, mm-hmm. на самом деле. А Шурик — там совсем другое число получается. И его там Санек, и еще mm-hmm. как-то называют. И получается, что человек... вообще у него даже как бы судьба может поменяться. Просто в каких-то моментах. Просто если его называют Санек и Шурик, просто изменяется доля? Частично, да. Он вот эту ответственность, которая на него возложена, и вот это вот такое благородство, оно у него может где-то и обнуляться. Слухай, ну тут хочется... Там Станислав, Стасик, это тоже очень там совсем ага. кардинально Нічого по-другому. Собі. А як це можна прорахувати? Чи підходить тобі ім'я? Це від дати народження залежить? Да, є соответствие чисел в букві. Є кириллица, латиниця. Угу. И в нумерологии Каббалы есть гематрия на иврите. То есть там, там более мистическая. Ничего себе. Слушайте, просто у меня, знаешь, руки чешутся зараз. Я порахувати щось, да? Глядачів, так, порахувати. Я просто хотів запитати. Дивись, от мене звати Максим, да. але повне ім'я мені ніколи не подобалось. От мені Макс – це ідеально. Угу. І наскільки це може вплинути на мою долю? Бо скорочення повного ім'я у людей це, ну, завжди відбувається. Можем сейчас просчитать, но мне для этого понадобится, там, допустим, какие-то пару минут. У меня есть? Пару хвилин без нас? Нет, можем с вами. Якщо з нами, мне просто нужно соответствие так. посмотреть О. чисел. А ты можешь буквы, и просчитать Максим и Макс, и сказать тебе, что означает Максим, а что означает Макс. Так, давай, давай. И если ты пояснишь еще схему, за якою наши глядачі можуть це робити, это будет идеально. Так. Угу. Смотрите, схему, именно как посчитать имя, mm-hmm. Мы с Аленой предварительно как бы общались перед эфиром. У меня есть мой авторский канал по нумерологии, так. называется он «Путь Ом». В Ютубе mm-hmm. хэштег «Путь Ом». Я там даю уроки по нумерологии mm-hmm. для самостоятельного просчета для людей. Так. И там есть таблица соответствия, в одном из видео есть таблица соответствий, вот видишь, я тебе могу показать табличка, каждому так. числу соответствует mm-hmm. буква. Mm-hmm. И там есть таблица, и человек может зайти и просчитать самостоятельно. О, друзья, вот. Це, будь ласка, зверніть на це увагу и прораховуйте, бо цікаво знати все ж таки долю. Ну что, будем считать Макса, да? Ну давай, потім Альону прорахуємо. Сейчас. Інтересно. Мене, знаєш, просто завжди цікавила дата мого народження. Да. Тому що я в якийсь час поєднав 28 число, і я поєднав двійку та вісьмірку, і вийшло 10. І ось да. чомусь мені ця цифра настільки припала до душі. Я зараз тобі розкажу коротко. Я числі 10, але якщо сокращати до однозначного числа, це єдиниця. Угу. У тебе енергія лідера. Угу. Энергия лидера – это число характера твое. Один – это только всего лишь число характера. Это то, что вот день рождения человека – это его черта характера, она дает тебе проявление, как ты себя проявляешь. Вот ты себя проявляешь как лидер, человек, который может взять на себя ответственность, так. создать что-то свое, инициировать, там, повести за собой людей и так далее. Это яньская солнечная энергия, такая мужская. Mm-hmm. Поэтому как бы не исключено, что ты можешь там создавать свой телеканал, свой продакшн, mm-hmm. там, под собственным брендом и там собирать вокруг себя команду. Ну, это я говорю как бы mm-hmm. образно, то, что мне сейчас приходит. Ну, то есть ты можешь, у тебя принципе, есть задатки. В принципе, я могу быть политику, я лидер. Можешь, но еще нужно смотреть число жизненного пути, периоды. И число зрелости – это та энергия, которая у человека начинает включаться автоматически от 35 лет. Mm-hmm. То есть возраст зрелости психологической там, и так далее, это влияет. Mm-hmm. Я считаю Максима, но я готова отвечать на ваши вопросы. Так, а, до речі, от поки Макс говорив за його цифру 10 по життю, а в мене є п'ятірка, яка дійсно супроводжує мене mm-hmm. постійно. Да? У мене так дата интересно. Народження 15.05, 2000 mm-hmm. рік. Знову ж таки, мої у мами там
п'ятірки є в датах, у брата п'ятірки, і виходить постійно все навколо п'ятірок закручено. Пятерка – это число, которое характеризует человека как человека с пытливым умом, многогранную личность, которая может одновременно выполнять несколько функций. Вышивать там, крестиком, вести программу, быть хорошей хозяйкой, постоянно еще обучаться и самосовершенствованием заниматься, своим развитием. Но главное в этом всем – дисциплина, не потерять себя, потому что пятерка, она очень хаотична. И человек за счет своей многогранности, он может настолько просто браться за одно, второе, третье, четвертое, пятое, а по итогу ничего. То есть ты выбираешь для себя последовательно 2-3 направления, довела до конца дела, приступаешь к следующему. Но ты постоянно учишься. Тебе, вот ты, кстати, на своем месте, если у тебя пятерка, потому что пятерка – это число вот, многих публичных людей. И, то есть это сфера и шоу-бизнеса, это сфера образовательных проектов, это сфера каких-то вот людей таких, кто занимается, там, ведет как мотивационный спикер и так далее. Но, в принципе, еще пятерка означает вот, символизм твой свобода. И свобода в каком плане? Многогранность, путешествия. Вот тебе очень хорошо, тебя это будет усиливать. Так. Единственное, что не рекомендуется, а ты говоришь еще и 15 числа родилась, так. 5 месяца там все, не рекомендуется человеку, у которого вот очень много пятерок, вредные привычки, искушения. Вот тут не должно быть. Надо всегда четко чувствовать, сколько, потому что ты можешь в измененном сознании, в состоянии сознания при какие-то неверные решения, которые потом могут повлиять на твою судьбу. То есть там есть такие... Потому что каждое число, оно имеет теневой аспект и позитивный. То есть любое число... Две стороны вот, например, медали, у тебя у лидера это гордыня, значимость, это там эгоцентризм, это когда человек никого не слышит, кроме себя, и начинает продавливать, да, там, условно говоря, проявлять какой-то деспотизм в адрес своих коллег, друзей, там, близких. То есть есть теневой аспект, и потому что вот как у Бога две полярности, и он может эту жизнь... Как бы мы не можем, есть все, просто нет там дуальности и разделения, плохое и хорошее. Есть такой аспект и такой, но это все есть, и наша задача научиться это принимать. Баланс, видно, и ты. Баланс, совершенно верно. То, что для кого-то чуждо, то для других людей нормально, есть истина. То есть нет такого плохого и хорошего, и мы сейчас уходим от этих понятий. Если вы слышали о квантовом переходе, так. Вот, то это сейчас как раз происходит. Квантовая людина. Да, есть такое понятие, как частота Шумана. Это вибрации, колебания планеты Земля. И вот в 70-х, 80-х годах она достигала 7-8 Гц. Сейчас уже оно растет очень, этот показатель растет, 15-16 и выше. Это вот и есть... смена парадигм, это абсолютно другие эмоции. Если раньше люди жили на каких-то таких вот, если мы возьмем, не знаю, это просто прям тема отдельного эфира. Уже мы перескакиваем немного, но я могу поделиться этой информацией. Есть чакральная система у человека. И вот нижние чакры, вот этот нижний, скажем так, центр, нижний дантянь называется, первая, вторая, третья чакра. Инстинкт, выживание, базовые потребности. Это то, что было раньше. Все хотели выжить, заработать больше, урвать денег. Боялись, что там надо было под подушку в чулок складывать там, и так далее. Это то, что двигало людьми. Страх. Сейчас мы поднимаемся выше, вот в сердечную чакру. И когда человек умеет любить умом, он излучает частоту 50 Гц, а от сердца 150 Гц. Вот представьте себе, и выше. То есть задача людей, вот почему такое, как естественный отбор сейчас, да, можно сказать, происходит. Вот эта эволюция, квантовый переход, он начался еще в 2012 году. Просто сейчас он начал ощущаться больше. У людей меняется мировоззрение, какие-то там, да, установки. Просто на жизнь люди начинают, значит, смена ценностей происходит. Больше люди начинают каких-то делать совместных коллабораций, помогать друг другу, становиться более отзывчивыми. То есть
Иными словами, нас учат любить. То есть излучать вот эту частоту, которая будет в резонанс, в унисон с частотами планеты Земля. Потому что те, кто находится в страхе, там, в зависти, в ревности, в каких-то там таких негативных, разрушающих, деструктивных эмоциях, этим людям сложно в новом времени будет выжить. Поэтому вот это то, о чем мы начали говорить, что мы уходим от дуальности, от разделения. Плохое, хорошее, каждый начинает больше чувствовать себя и проявляться із себя. І це, до речі, ти знаєш, це от коли почалася пандемія, пішла тенденція на те, що люди стають більш чесними та свідомими по відношенню до самих себе. Тобто вони якось приходять все ж таки Конечно, до себе. Звісно, треба чоловіка іноді зупинити, щоб він задумався, наприклад, там, як чоловіка навчити подумати, там, да, задуматься о душе вообще своей, для чего я здесь, что я даю этому миру, созидающее, там, да, что-то продукт, ну, позитивное, там, какую пользу я приношу. Нужно, ну, сколько там бизнесов позакрывалось и так далее. Надо забрать материальное для того, чтобы человек подумал о душе. О, так, в пандемию все чтобы удалось. Сбалансировать. Да. Естественно, мы не можем отказаться от материальных благ, потому что мы здесь для того, чтобы получать удовольствие и земными благами наслаждаться. Мы люди, да, нам нужно есть, там, путешествовать, одеваться, получать удовольствие и наслаждаться. Но баланс – это то, к чему нужно стремиться. Вот именно баланс духовного и материального, женского и мужского. Потому что даже вот вибрации нашего года, 2021, вот сейчас, год текущий, единица – это символизм мужской энергии, потому что единица, она первая, вообще в нумерологии четные числа – это женские, нечетные – это мужские считаются, а двойка – это женская, и видите, их больше вообще, то есть… Так. Нужно принимать решение, опираясь на чувства, на интуицию, на женское. Вот. Меньше уже действовать от ума и какого-то такого прагматичного, жесткого. Ну вот мы уходим от этого. Женщины тоже, чтобы снимали свои доспехи, потому что очень много все ушли в достигаторство и забывают. Получается перекос, а нужен баланс. Можно быть там мега сильной и волевой женщиной, но при этом оставаться в женской энергии, не превращаться в мужчину. А не должно быть маленькой девчонкой. Что-что? Вдома бути маленькою дівчинкою. Це було погано навчитися. Ну, маленькою дівчинкою – це теж немножко… Ну, це було образно. Да, так, да. Ну, не забувайте свою маленьку дівчинку. Так. Конечно, да. Да. Ну, це вже немного більше із серії психології про зрелость і контрзависимые отношения. Но, в принципі, да, не искать папу і не искать маму. От сейчас йде тенденція партнерства між мужчиной і женщиной. Равная. То есть равный равному… партнер, и это тоже есть как одно из вариантов тенденции любви, новой, любовь 5D сознания, вот так это называется в науке, в этой, если мы говорим о квантовой физике, или я не очень люблю слово эзотерика, потому что все-таки числа, планеты и энергия – это больше тема, просто это больше квантовая физика, я бы так это назвала. То есть есть определенные четкие параметры, есть просто нужно осознать и принять тот факт, что есть энергия и не только физический мир, который мы можем потрогать, да? А есть еще определенные непроявленный такой за класикою жанру потенціал. Люди, коли говорять про енергетику, то ось така енергетика, яку ми не можемо відчути на дотик, вона є в житті найголовнішим по факту. Да, конечно, естественно. Даже в момент рождения нам дается определенный, можно так сказать, потенциал. Это тоже сгусток энергии. Сначала все есть энергия. Ты есть энергия, я есть энергия, ты есть энергия. А потом уже, потому что мы не только из физического тела состоим. У нас есть тонкие тела, есть энергоцентры. Это все просто только сейчас начало приходить. Раньше от людей это было закрыто. Сейчас это уже более доступно, потому что все больше и больше людей просыпается и начинает понимать, а кто я вообще, кто я, человек очень там разумное существо, это отдельная
система со своей генетикой. Mm-hmm. То есть есть же, да, биология, там так. Есть генетика, есть ДНК родовой системы, mm-hmm. которая тоже в наших клетках, в памяти. А есть программа души, которая тоже как флешка накапливает этот опыт предыдущих воплощений. И это все есть в одном человеке. Вот представьте себе, и его предки, ну то есть и его воплощения, которых было сотни тысяч, миллионы там. Вот. То есть в человеке, человек — это энергоинформационная, можно так сказать, структура, целая система. И себя можно изучать очень долго, на самом деле. Познавать, от чего, причинно-следственная связь, почему со мной в жизни происходит та или иная ситуация. Или откуда у меня, вот у вас, наверное, бывает у тебя такое, что ты вот как будто бы это уже знала. Звичайно. И ты применяешь этот талант. Так, да. Всі кажуть, що це дежавю, але там, можливо, все складніше. Или, допустим, ты делаешь что-то в первый раз, но ты как будто бы уже на своем месте, потому что у тебя уже был этот опыт, либо у твоих предков, либо ты дозавершаешь какую-то программу. Тут целая схема. Для этого есть ряд практик. Это все связано, очень связано. Вся наша и биология, и энергетика. То есть душа, личность, физическое тело, тонкие тела. Все это очень взаимосвязано, и одно без другого неразделимо. Поэтому можно изучать и как бы... Есть для этого определенные специалисты. Я многие моменты тоже могу. Вот это и есть то, что ты, с чего ты начинал, мастер осознанного развития. То есть не ограничиваюсь я одной нумерологией. Максимально моя задача — помочь человеку, если он приходит на консультацию, и вот он запутался, он в тупике, он хочет понять, куда ему двигаться дальше, для чего он здесь и так далее. А вопросов может быть много. Женщины, конечно, часто приходят с вопросом, когда я встречу своего мужчину. Ну да, да. Давайте повернемось до прорахунку. Так, ім'я, і чи пасує воно? Так, конечно. Сейчас мы доведем этот расчет уже до однозначного числа, я вам сейчас скажу. Значит, Максим у нас имеет нумерология имени Максим 7. Так. А Макс, причем тебя чаще Макс называют? 5-1-3. А вот смотри, Макс тебе подходит, потому что ты лидер, видишь, ты это чувствуешь. А Макс — это энергия лидерства. Ну, мені Макс, воно, просто розумієш, воно мені подобається, просто я його як відчуваю, Макс, ну, тому що, ну, якось зручніше і комфортніше. Угу. А що означає сім'я? А сімерка — это вібрація этого числа, это человек, такой философ, искатель истины, человек с очень неординарным творческим мышлением. Угу. И для тебя... Ты кажешь, что сімка — это дуже счастливое число. В принципе, нет несчастливых чисел. Я семерку чувствую как число, которое обязывает человека уже духовно развиваться. Угу. Потому что это так. Знак тоже Творца, можно так сказать. Есть семь моменты, дней. Семь дней, семь там, тел, семь я, семь, ну, это единство. И семерка, она уже больше даже не материальная цифра, духовно, а духовная. Угу. И вот для такого человека, для философа, вот этого искателя истины, для него очень важно личное пространство, чтобы люди в твоем окружении тоже уважали твое пространство личное, не вмешивались там, не заходили к тебе, например, там, в комнату, если там с кем-то живешь, просто вот раз, и тебе упали на ухо, и начинают... Ой, я це так просто переварю. Коли... Особливо, знаешь, я... И женщина, которая рядом с тобой, она должна это понять, это твоя особенность. Тебе важно уединяться, так. Принимать решения во взвешенном состоянии, не, ну, в балансе, не эмоционально, да, без эмоций, выключая эмоции. Я даже не побоюсь этого сказать вот таким людям, если у тебя много семерок, я же просто твою всю карту не вижу, у тебя еще очень избирательное партнерство. Так. То есть даже в интимной связи такой вот, ну, это мы же все живые люди. Я не буду соромитись, я тебе скажу, да, что да, не распыляешься. Так и есть, ни в каком разе не. Да, это очень такие вот... Є такий стереотип, що шістка і 13 число нещасливі. Чи правда це в нумерології? Чи це якісь просто домисли, стереотипи людей? Ні, це все... Вот для того, щоб чоловіком управляти, йому потрібно придумати якусь сказку і напугати його. Я уже говорила, да, если мы отмотаем пленку назад там, на 10 минут, я говорила, что нами уже управлять невозможно, мы идем к свободе. Вот, кстати, тебе нужно проявлять свою пятерку, свободу. Быть собой,
и творить, побрать ответственность за свою жизнь и творить свою историю. Нет ничего. Страхом, конечно, можно управлять. Но те, кто живут в страхах, эти люди просто в современном мире, им будет сложно выжить. 13, никакого страха тут нет. Есть, конечно, такое убеждение. У меня даже когда-то был эфир про пятницу 13, про есть там 30, дикофобия. Это в психологии считается как боязнь числа 13. Но это все, любое суеверие, это придумали люди, для кто-то придумал, чтобы манипулировать другими людьми. Нами невозможно манипулировать и управлять. Мы свободные существа, живые, мы сознание, мы которое может быть творцом своей реальности. 13 — это, наоборот, число высшей в нумерологии, высшей октавы любви. Это в одном из методов исчислений. Если мы возьмем систему Таро, то 13 — это метафора перерождения человека, когда трансформация происходит. Сгорают определенные моменты, умирают, и новые возрождаются. Там также это может быть как три единства плюс энергия там Творца плюс три единства. Это еще в одном направлении. 13. Если мы его сократим до однозначного числа, это будет знак труда, потому что четверка в нумерологии — это знак труда, прагматизма, там такого, когда у человека все по полочкам в жизни, это коротко. Шестерка, почему же? Это символ любви. И она, даже если мы посмотрим, жалко, что тут нет флипчарта, вот если посмотреть на шестерку, она из духа в материю спускается. Ага. Это очень материальное и в то же время духовное число. 6 — это человек, у которого есть, если шестерка, да, у него число жизненного пути, допустим, 6. Это человек, у которого есть все, и он осознает себя частью Вселенной, он в гармонии, в балансе. У него есть семья, бизнес, и он умеет управлять своей судьбой. Шестерка, вообще этой цифрой управляет Венера, планета. Это красота, это эстетика, это творчество, это искусство. Это, наоборот, очень такое мягкое число. У шестерок судьба не всегда легкая, но они за счет этих испытаний растут. Класс. Растут, развиваются и раскрывают себя. То есть в процессе жизни, наоборот, интересно. Шестерка, возможно, потому что я с этим числом связана, поэтому я его уже изучила как можна. Слухай, ось ці властивості числа 6. Якщо людині по життю досить часто попадається це число, то ми можемо казати, що у людини в житті присутні ці властивості? Може бути, як знак. Вселенная може посилати сигнал, що потрібно привести життя в баланс, в гармонію, коли часто він бачить шестерки. Шестерка — це теж число, яке его как бы обязывает все в жизни к балансу, как и у числа 8, допустим. Но вот если мы возьмем звезду Давида шестиконечную, там же пентаграмма, это вы же помните, один треугольник, три и второй. Вот шестиконечная звезда — это символизм женской и мужской энергии, и вот как бы должно быть в гармонии. Если мы возьмем девятку, то это единственное число, которое похоже на шестерку. И вот и инь-янь. Вот мы живем просто, хочу, чтобы зрители наши тоже понимали. Не стоит пренебрегать знаками, потому что мы живем в мире сакральной математики и геометрии. Все у нас построено на геометрических каких-то... До речі, так. Да. Якщо спостерігати, у нас геометрія так. Книжку візьмемо, наприклад, це геометрія, стіл. Все геометрія, так. Да. І числа также. І от... Шестерка — это число баланса, и обязательно у шестерки должна быть пара. Это не без этого, без вариантов. Класс. Но задача этого человека — научиться любить. И вот когда этот человек, у которого вот много... Ты должен научиться любить себя и от избытка любви дарить это другому человеку, научиться принимать этого человека. Я же говорю, непростая судьба обычно у этих людей. Но когда этот человек научится любить, он получит уже тогда... того партнера, который, скажем, и уже будет его партнером по жизни, можно так сказать. Такая доленосная встреча. Да, судьбоносная встреча.
Хочеться попросити тебе також на завершення прорахувати ім'я Альони, тому що мені, наприклад, цікаво, що у неї там виходить. Звісно. Я тобі можу сказати просто за ось ці цифри абсолютно все правда. Абсолютно. Я не можу ні з чим посперечати. І на всякий випадок хотіла перепитати, дійсно, кожній букві відповідає якась цифра, чи як саме прораховується відповідність ім'я до чисел? Да, совершенно верно. Я говорила чуть-чуть ранее об этом, что каждой букве соответствует число. Число. Есть латинская, есть кириллица, и есть еще, я же говорю, в нумерологии каббалы, это уже такое древнее мистическое учение, там гематрия, там тоже в иврите 22 так. буквы, и вот там им соответствует. Это тоже отдельная тема, очень интересная, как вообще устроена Вселенная, и там каждое число еще каждая буква раскрывает вообще полностью. Вот, но мы сейчас берем наш русский алфавит, да, не русский, а кириллицу, и смотрим имя Алена. Ты по паспорту Алена или так. Елена? Алена. Именно Алена, Алена, да? Так. Хорошо. И тебя называют тоже Алена. Угу. Не, у нас є, звісно, там, ну така, знаєш, між колегами. Не, ну це понятно. Дуже, дуже ласкаво по прізвищу називаємо. Сейчас просчитаємо, конечно. Знаєш, воно завжди якось так дивно, коли ти помічаєш взаємозв'язок між числами, між тим, що в принципі нас оточує геометрія, і в цей момент, знаєш, до тебе приходить такий маленький інсайт. А все інсайт, ж таки, може, все ж таки якось ми взаємопов'язані і не просто так. Естественно, это целая такая матрица определенная. Это даже какая-то спектральная работа. Это люди, которые видят и изучают вот эти вот моменты, о которых я говорила. Очень глубоко копают, это можно изучать и изучать, и постоянно будут новые инсайты. И все одно ты не дійдеш до тієї точки, коли все завершить, ну, коли все почалося. Тобто, якщо ми зараз почнемо це вивчати, то до самого початку ми не дійдемо, бо багато занадто інформації, вона завжди оновлюється. Да, но смотря какая еще Макс-система. Отталкиваясь от чего? Есть теория про безграничный свет. Так. Про точку і про безграничне ніщо, як і все із цього вийшло, із цього потенціалу. Якщо взяти нумерологію, так ноль – це теж є безграничний потенціал, із якого все виходить. І чому єдиниця? От, кстати, ми приходимо к єдиниці, тому що Альона теж лідер. У мене так, що вийшло. Тому що єдиниця – це перше число, яке виходить із нуля, а ноль – це потенціал первичний, в якому є все. Вот. Тобто, як би, це і є проявление, да, вот если мы возьмем там создателя, то это и есть безграничный потенциал, все то, что есть, и оно еще не проявлено. Вот единица выходит первая, как Алена, собственно, тоже лидер, который... Для жінок і чоловіків цифри однаково значать? От я чула, що Максу говорили про саме одиницю. Для мене це таке саме значення, це лідерство, це... ну от. Да. Да, это в астрологии, в знаках зодиака бывает разница, потому что все-таки там мужчина рыбы и женщина рыбы, они несколько там разнятся. Да, и так далее. И мы не будем сейчас, хотя мы сегодня встречаемся в первый лунный день после солнечного затмения, тоже знаково. А він, до речі, гарний для людей? Чи... Сегодня? Так. Да, я бы даже рекомендовала уже начинать вот планировать и формировать свои там цели, желания, обновить их, наблюдать, какие возможности к вам приходят. Как бы не сразу принимать решения, потому что сейчас еще есть некоторое такое... Нестабильность. Можно сказать, перехід? Неясность. Угу. Неясность, потому что там уже как имя нарицательное, это ретроградный Меркурий, который он как бы может путать некоторые моменты. Да, это уже все смеются, да. Так. Какие-то задержки, недопонимания, нет такой четкости и ясности. Но сейчас время хорошее для планирования, для формирования своих целей, желаний, прислушаться к себе и начинать. Как раз вот сегодня энергия растет, потому что Луна новая. И уже мы выходим из этого коридора затмений, усиливаемся, можно так сказать. А для активных действий я бы уже порекомендовала
там июль месяц скорее. Угу. Класс, тоді буде. А сентябрь вже починають перші плоди пожинати. О, так, я тебе зрозумів. Фінансовий год починається в сентябрі. Угу. В єврейський Новий год Рош Хашана, це 7 сентября в этом году. Так. И начинаем собирать урожай и выстреливать по финансам. Ну, то есть, но для этого надо обязательно что-то делать. Каждый человек должен понимать цифры, цифрами, астрология. Мы можем все что угодно, как бы, да, разными инструментами, но это всего лишь направление и потенциал. Действия человека никто не отменял. И это важно. То есть, если ты лидер, или там, да, ты лидер, но ты лежишь на диване, ничего не будет, да. А если ты эти качества проявляешь... Хоч ретроградный, хоч не ретроградный Меркурий. Диванный лідер. Були у нас такі жарти в Україні, що і диванні війська, і диванні лідери, і все, що тільки можна. Так. Ми тобі дуже дякуємо за те, що ти прийшла свій ранок у нашій компанії. Мені теж дуже приємно. Друзі, у нас Нона Мусалян, нумеролог та майстер усвідомленого розвитку, і ми сьогодні говорили про магію чисел. Будь ласка, не забувайте про це, бо числа в нашому житті мають велике значення. І 6 – це непогане число, а це число, яке приносить вдачу, так само, як і цифра 13. Друзі, аби було таких відео ще більше і ще більше цікавої інформації ми викладали на YouTube, обов'язково підписуйтесь на наш канал «Правда тут» і не пропускайте найцікавіше. І не забувайте про коментарі, лайки та увімкніть обов'язково дзвіночок.